Добрый вечер. С опозданием, но я все-таки прорвался. Извиняюсь, еще немножко опоздал. На 10 минут. Так, ну что, будем начинать. Будем начинать по просьбам наших ребят из чата. Поговорим сегодня про эгрегоры. Поговорим сегодня про эгрегоры. Сразу же заранее попрошу выключить у себя синдром утенка, потому что у многих уже сложилась определенная своя картина в этом плане. В основном эта картина связана с тем, что читали, смотрели. То есть она определенным образом, естественно, навязана. Поэтому немножко отодвиньте свой синдром утенка. Есть такая вещь, как синдром утенка. Это когда утенок вылупляется, первого, кого он увидит, он считает своей мамой. Также и у нас, когда вот мы первую информацию, которую словили, мы считаем ее истиной в последней инстанции. Несмотря на то, что все может быть немножко иначе. Итак, про эгрегоры. Про эгрегоры. Будем последовательно разбирать для начала от самого слова. Начнем именно с этого. Начнем со слова. Разберем, как они появляются, как они укрепляются и так далее. Ну а потом, возможно, успею ответить на какие-то вопросы. Итак, эгрегоры. Эгрегор, как и большинство слов в эзотерике, имеет греческое происхождение. Слово эгрегор имеет греческое происхождение и имеет несколько трактовок. Самое интересное, что когда лет 10-12 назад смотрел в интернете, что такое эгрегор, да, когда там только начинал, то трактовка была только применительно к механике, скажем так. И перевод был только применительно к механике. А на сейчас появился более современный. Вот буквально года полтора-два назад появилась новая трактовка. Вот. Что-то понятно из этой трактовки? Ничего не понятно, правда? Ничего не понятно. Идем дальше. Так, тут у меня немножко нужно его трансформировать. Немножко обрезан. Общее, в принципе, общее в трактовках только то, что это некое объединение, некое соединение чего-то. Чего-то, кого-то. Ну, чего-кого сейчас будем разбираться. Чего-кого будем разбираться. Итак, ну, начнем, наверное, с того, что существует два вида эгрегоров, которые постоянно путают между собой. Это эгрегоры природные и эгрегоры искусственные. У меня есть статья на сайте, там, в принципе, там чуть более подробно про это написано. Чем отличается искусственный эгрегор от природного эгрегора? На самом деле отличается очень серьезно, потому что у них просто разное место обитания, прежде всего.
то, что называется эгрегором искусственным, то есть эгрегором, который создан искусственно человеком, порождение неких мыслей, мыслеформ, мыслеобразов, убеждений и так далее, именно непосредственно людьми, он, ну, можно сказать, обитает, живет, находится непосредственно в том, что можно назвать нашим коллективным бессознательным, либо неким информационным полем. Если вдруг людей на планете не станет, данного информационного поля также не станет. То есть не будет коллективного бессознательного людей. Если нет людей, нет коллективного бессознательного. И вот именно там прописаны все правила искусственного эгрегора. Он там обитает и так далее. То, что касается эгрегора природного, он обитает в физическом плане, проявлен непосредственно. Он обитает в информационном плане. И он способен к самовосстановлению, к самовоспроизведению и самонастройке, в отличие от эгрегора, который придумали люди. Когда-то один из моих знакомых предложил называть их по-разному, то есть там эгрегорность, там эгрегориальность, то есть два разных слова. Но это такая тонкая грань, которую мало кто улавливает, мало кто вообще об этом задумывается. Мало кто об этом задумывается. Ну, для примера, возьмем, к примеру, чтобы показать так, да, что такое эгрегор искусственный, что такое природный. Хороший пример искусственного эгрегора – это деньги. Почему? Несмотря на то, что это, что деньги имеют природный носитель, да, они как бы есть на бумаге, но нигде, кроме как в голове человека, они не живут. То есть, если вы пойдете со своими бумажками в лес, то есть к природному эгрегору, то вы на эти бумажки понять ничего не сможете. Потому что деньги живут только у вас в голове. То есть то, что мы договорились, это такое коллективный договор, что вот эта бумажка, на эту бумажку можно поменять там какие-то вещи. Ну и кроме как у нас в голове, этого нигде больше не существует в природе. То есть рыбы между собой деньгами не обмениваются. Не знаю, животные деньгами не обмениваются и так далее. То есть в природе этого нету. В природе денег не существует. Это хороший пример как раз вот искусственного эгрегора. Так же, как, в принципе, большинство религиозных эгрегоров. Они являются совершенно искусственными. То есть нигде, кроме как в голове у человека, по сути, они не обитают. Ну и религиозные убеждения, любые, они, кроме как у нас в голове, нигде более не обитают. Вот, то есть там всякие там правила, каноны, заповеди и прочее, прочее. В общем-то, это все только в наших буйных головах. В наших буйных головах. Хорошим примером природного эгрегора является лес. Да? Если где-то вырастает одно дерево, оно стремится рассеяться, оно стремится приумножиться. То есть дайте этому дереву хорошие климатические условия, не рубите его, не трогайте, и лет через 50-100 вокруг образуется небольшой лес. При этом, если это изначально будет начинаться с какого-то дерева одной породы, там сами по себе в этом лесу образуются другие деревья, ну не сами по себе, их птицы принесут семена, потому что они будут гнездиться в этом дереве, птицы принесут семена вместе со своим калом, извините, высеют новые деревья, породы деревьев,
кустарники, все это постепенно обзаведется своей, кроме флоры подтянется фауна, то есть обзаведется еще некими животными, вслед за мелкими животными придут более крупные, за более крупными придут хищники и так далее, и так далее. То есть одно дерево способно полностью возобновить эгрегор леса. Ну, если у него есть определенные условия для этого. То, что касается искусственных эгрегоров, если вдруг люди забудут, что они когда-то пользовались деньгами, им понадобится, ну, много лет на то, для того, чтобы снова начать ими пользоваться. Ну, потому что, по сути, мы ими пользуемся последние вот 300-400 лет. Так вот. Так, чтобы именно у каждого они были. До этого естественный обмен, он был более природным и более чаще, ну, намного чаще встречался, чем обмен на деньги. То есть деньги прописаны только в голове у людей. Такой хороший пример. Как они вообще рождаются, и как они живут и так далее. То есть у них есть там свои правила определенные и так далее. Дело в том, что мы любим все, как сказать, очеловечивать. Да? Поэтому и возникают вот такие путаницы часто, когда есть какое-то явление, и мы его обязательно очеловечиваем. Мы очеловечиваем животных. Если посмотреть, к примеру, современные мультики, да, и мультики там 30-40-летней давности. Вот. Ну, современные дети думают, что любое животное, оно живет где-нибудь в собственном доме, с кабельным телевидением, интернетом и так далее, и так далее. То есть еще лет 20-30 назад, когда еще детям читали сказки на ночь, еще, там, не знаю, смотрели еще плохие советские мультики, единственное, что у них было хорошее, это то, что там животные жили в своей природной среде. То есть у ребенка не было подмены понятия. То есть ребенок не считал, что свинки, к примеру, там живут не в свинарнике, а живут где-нибудь в каком-нибудь многоэтажном доме с кабельным телевидением и так далее, и так далее. То же самое происходит и с явлением, к примеру, эгрегоров. То есть многие, во многих статьях, во многих книгах принято почему-то это дело очеловечивать, либо если не очеловечивать, то как минимум материализировать, то есть придавать какие-то материальные понятия. То есть эгрегор — это некая такая сущность, которая имеет собственное сознание, которая захватывает человека щупальцами какими-то. Вот часто там читал насчет щупалец, что щупальца захватывает где-то там за какую-то чакру и держит, и так далее, и так далее. Дело в том, что искусственный эгрегор, мы будем говорить сейчас именно про искусственные эгрегоры, потому что они, ну, в данный момент более интересны, он обитает в информационном плане, поэтому там нету физики. Поэтому захватывать какими-то щупальцами он не может. У него их просто нету. Все эти щупальца придуманные, там, я даже встречал людей, которые обрезают эти щупальца от эгрегора. Все эти щупальца, они могут быть только в информационном плане. В информационном плане как некая программа. Программа, которая вписывается в наше сознание. Если программа в сознании есть, вот вам и щупальца. Если программы в сознании нету, то, соответственно, и щупалец никаких нет. Да, Виталий, здравствуйте, я буду отвечать на вопросы потом. С чего вообще начинается любой эгрегор? Любой эгрегор изначально имеет идею. Вообще, эгрегоры можно искусственные просчитать по формуле Пифагора, формуле жизни. Да, это один из таких интересных эзотериков, хотя мы, большинство мы его знаем как основоположника арифметики, математики, точных наук. Да. Вот. На самом деле это
исключительно эзотерическая школа изначально пифагорианства, ну, из которой потом вышла в том числе и математика. Ну, и само слово эзотерика относится тоже туда же, потому что эзотерика — это внутренняя земля, либо внутренний двор, ну, в котором как раз преподавалась внутренняя сторона той самой математики, которая была непознана другим. Но это такое отступление. Поэтому будем считать по этой формуле. Формула очень простая. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Вот. Ну, сейчас в процессе поймете, почему именно эта формула, почему она имеет право на жизнь, почему по ней проще всего посчитать. Итак, зарождается все с некой идеей. С некой идеей. То есть любой эгрегор изначально это некая идея. Идея, которая приходит в голову какому-то физическому носителю, то есть, ну, какому-то человеку. В принципе, мы можем любой из эгрегоров взять. Изначально есть идея. Ну, возьмем, для примера, какой-нибудь из религиозных эгрегоров, да, любой из них тоже начинался с некой идеи, которая на тот момент была чем-то новым, чем-то необычным и перевернувшим на тот момент религиозное понимание. Религиозное понимание. Ну, какой взять? Подскажите, какой из религиозных эгрегоров возьмем для начала? Какой из религиозных эгрегоров можем для начала взять? Какой из религиозных эгрегоров можем для начала взять? Ислам. Хорошо. С исламом я, честно говоря, плоховато знаком, поэтому тут будет трудно. Тут будет трудно. Ну, вообще, ислам – это идея о чистоте помысла, о чистоте нравов и о чистоте человека в принципе. Если взять христианство, то там есть вот такое заявление, как идея в том, что Бог – это любовь. На тот момент это было чем-то новым. То христианство, я имею в виду именно Новый Завет, я не беру Старый Завет. Потому что если посмотреть, ну и эту идею принес Иисус из Назарета, он принес конкретно для евреев. Для евреев, которые до этого жили по Старому Завету, для них Бог есть любовь, это было открытием просто ошеломляющим. Потому что, ну как это, но в Старом Завете, там, если почитать, то там любовью и не пахнет. Там Бог — это у Старого Завета одна идея. Идея богоизбранного народа. Идея о том, что Бог один. Тоже была идея на тот момент новая, когда евреи там обитали среди народов, которые исповедовали многобожие. Вот. Для них была новая идея, что Бог один. Тут приходит некий проповедник, который говорит, что Бог один, потом Бог — это любовь и так далее. Взять буддизм — это идея о том, что человек способен освободиться от страданий, о том, что человек способен жить счастливо в этой жизни. Человек способен жить счастливо здесь и сейчас. И ему не нужно там ни будущей жизни, ни прошлой жизни для этого. Он способен от этого освободиться. Счастье доступно в этой жизни. Это тоже некая идея. То есть приходит некая идея. Для жизнеспособности и для превращения в эгрегор данная идея должна иметь такую вещь, как дуализм.
дуализм. Дело в том, что это у нас прописано вплоть до клеточного уровня, на самом деле. Данная формула 1 плюс 2. Клетка сначала одна, потом она делится, становится две клетки. В случае с эгрегорами прописывается дуализм. Что имеется в виду? Некое противостояние, противоставление идеи и контр-идеи. То есть есть некая идея, есть некая контр-идея. То есть, ну, с тем же самым христианством, да, есть добро, есть зло. Хотя это не для христианства, это не христианство придумали, это придумал еще Заратустра, это еще новая идея для зороастризма была, что есть праведная жизнь, есть неправедная жизнь, есть добро, есть зло. Да, когда-то было в мире такое, что люди эти две вещи не отличали, и у них как бы разницы особой не было. Это заслуга чисто религиозного эгрегора под названием зороастризм. Вот это вот дуализм добра и зла. Взять тот же самый буддизм, там есть желание счастья, да, и пробуждение ото сна, и некая мара, которая человека усыпляет и не дает ему жить счастливо. В исламе есть некие шайтаны, которые также человеку не дают жить честно, не дают жить праведно, они его сбивают с пути. И ты либо там, либо там. Это очень важный нюанс, потому что не имеет значения, к какой из частей эгрегора вы себя относите, вы все равно к нему обращаетесь. То есть, к примеру, если человек отказывается от христианства, да, он рожден, его покрестили, его воспитали в христианских традициях, и вот вдруг он решил от христианства, от этого отказаться. Да, ты можешь отказаться, ты можешь выйти из христианского эгрегора, это трудно, но при этом ты не должен к нему обращаться, в том числе и к темной его части. Чем часто грешат наши, к примеру, родноверы, да? Они, отказываясь от христианства, если посмотреть там стены в соцсетях, там будет 50 на 50. Половина постов будет о том, как о новых богах, которых они для себя приняли. Половина постов будет о том, насколько христианство плохое. Так вот, критикуя христианство, вы на самом деле точно так же являетесь его частью. Отвергая что-то, вы точно так же включаетесь в это. То есть неважно, в какую сторону качается майк. Он все равно качается. Ну, вот такая вот вещь. Вот такая вот вещь, которую многие не учитывают. Далее идет такая вещь, как триединство. Тоже прописано во многих, кстати, эгрегорах, во многих религиях данная вещь упоминается. Да? Ну, к примеру, если брать, опять же, то же самое христианство, Святой Дух, Бог Отец и Бог Сын. Да? Ну, там по-разному. Либо Дух, Душа, Тело. Что имеется в виду? В плане эгрегора? Для того, чтобы эгрегор существовал, ему нужно он должен быть прописан и проявлен в трех определенных ипостасях. Это должна быть информация, то есть некая информация о том, о понятиях эгрегора, о его идее, о его правилах, о его
контрправилах и так далее. То есть некое информационное вот это вот ядро. Вот это вот информационное ядро. После этого должна быть некая энергетика. То есть эта информация должна иметь достаточное количество носителей. То есть носители, которые данную идею исповедуют. То есть должна быть определенная энергетическая масса, определенное количество людей, которые данную идею подпитывают. И эгрегор, соответственно, живет. Ну и еще одно важный момент – это физическое проявление. Физическое проявление. Любой большой эгрегор имеет свою символику и имеет свои физические носители. Часто физические носители в форме там, храмов, в форме неких религиозных сооружений, молебен, ну, молебны это больше вот к предыдущему, да, то есть это вот когда объединяется группа людей и там своя энергетическая определенная подпитка идеи идет, то есть включение в идею, ее продвижение именно у себя в голове. Нужны физические носители. Часто данные физические носители обустраиваются на местах природных эгрегоров, то есть в так называемых местах силы, в концентрации мест силы. То есть те же самые церкви ставили в местах, где ранее стояли капища. Капища возникали тоже не на пустом месте. Они ставились на местах природной каких-то аномалий, природных сил. Ну и в этих местах поклонялись. Поклонялись в них ранее, поклоняются в них сейчас и будут поклоняться. Взять тот же самый, те же самые уже политические эгрегоры, ну, именно с такими наиболее мощными политические эгрегоры, наиболее мощные, как идея, да, они существовали в начале 20 века, то есть когда начал расцветать там, коммунизм, социализм, фашизм, и так далее, и так далее. Да, то есть некая идея, которая воплотилась, которая имела некие религиозные действия, то есть парады, шествия, сборы, обсуждения, ну и также имела физические носители. То есть физические носители – это памятники, постаменты и так далее, и так далее. Кроме того, зачем это нужно? Зачем это нужно? Ну, с тем же самым там, в этом искусственном эгрегоре. Физический носитель способен напоминать человеку о эгрегоре. То есть, когда вы проходите мимо советского памятника, вот, мимо памятника Ленина, в Украине их, слава богу, почти не осталось. Когда вы проходите мимо этого памятника, независимо от того, как вы к нему относитесь, вы к нему относитесь хорошо, либо вы к нему относитесь плохо, вы подпитываете коммунистический эгрегор. Почему? Смотрим предыдущее, смотрим насчет дуализма. То есть вы можете к этому относиться негативно, вы подпитываете негативно. Вы можете к этому относиться позитивно, вы в любом случае об этом вспомнили, вы подпитываете позитивно. Так же самое с религией, то есть проходя мимо церкви, если вы ее замечаете, если она у вас будоражит хоть какие-то чувства, то идея жива. Независимо от того, вы ее отрицаете, либо вы к ней относитесь позитивно. То есть некий физический носитель. Физический носитель имеет практически все искусственные эгрегоры, вплоть до, не знаю, небольших фирм, да, которые также имеют эгрегоры, то есть также имеют идею, ну там идею что-нибудь продать, к примеру, либо что-то создать, что-то построить и так далее. В любом случае существуют и все
любой эгрегор старается эту физическую идею воплотить. Далее идет такая вещь, как зацикливание. Зацикливание, либо стабилизация. Добавляется четвертый компонент к предыдущим. Это, как сказать, здесь трудно объяснить, наличие абсолютной веры в данный эгрегор. И в таком случае эгрегор уже способен на чудеса. Он способен что-то сотворять в физическом плане. Ну, сотворять уже не, скажем так, сотворять через своих же адептов, своих собственных адептов. Ну, в принципе, вот это вот по ним все. Ну, могу понемножку начать отвечать на вопросы. Ну, тут сейчас, если что-то вспомню еще, то еще добавлю. Да, к примеру, в плане природного эгрегора четверка у нас является четырьмя стихиями. Так, интересная статья, психотехники живы. Я уже писал, говорил про живы в прошлый раз. Я к живе отношения не имею. Так, говорят, казак Мамай — это тоже эгрегор. Если это и был эгрегор, то он уже подзабытый. Да, его можно назвать, можно сказать, что у казака Мамая есть определенный эгрегор. Этот эгрегор называется воля к свободе. Есть определенная воля к свободе. Поэтому можете клеить Мамая на всех местах. Где только можете. Чем больше будет у нас в стране изображений казака Мамая, чем больше будет упоминаний, чем больше людей будут знать, кто это такой, хотя бы вообще о его существовании, тем более свободным и независимым будет наше общество. Потому что это его изначальная идея. Не зря даже у некоторых из предводителей там Калыевщины было прозвище Мама. Их на самом деле был. Он был не один, их было три либо четыре. То есть людей, которые приходили с данной идеей, продвигали данную идею на нашей территории, на нашей земле, им давали прозвище Мамай, но это не значит, что они были Мамай. То есть это люди, которые носили именно вот эту идею. То, что касается Спаса, ну, Спаса особого эгрегора нету. И да, есть идея о, как сказать, о развитии неких способностей, но как такового эгрегора нету, потому что он на данный момент он слишком разрозненный. То есть Спас может включать в себя несколько эгрегоров. Так, давайте христианство, это понятно. Так, у эгрегоров есть иерархия, например, денег, доллар, гривна. Да, относительно иерархии. С иерархией все не так просто. Естественно, каждый хочет залезть повыше. Здесь такая иерархия, как в курятнике. Вы знаете, какая иерархия в курятнике? Плюй на ближнего, гадь на нижнего. Ну и люби Вышнего. То есть, чем большую массу имеет эгрегор информационный, тем он мощнее, тем он выше.
Масса как раз зависит от вот этих вот трех компонентов. От компонентов, связанных с триединством. То есть может быть много физических носителей. Может быть достаточно сильная идея с кучей правил и так далее, прописанная. Могут проводиться большое количество ритуалов. То есть подпитывается одной небольшой группой людей, но они этой идеей живут. Вот. Сколько нужно людей для создания эгрегора? Для создания, для изначального создания достаточно одного человека. То есть к одному человеку приходит в голову мысля, идея, которую он потом начинает продвигать. То есть ко мне пришла идея в голову, я поделился с одним человеком, поделился со вторым человеком, мы втроем уже ее знаем, ее уже думаем. На самом деле три человека уже достаточно для того, чтобы создался некий небольшой эгрегор. Этого вполне достаточно для того, чтобы прописать информацию. Дальше идея начнет жить своей жизнью, начнет развиваться. То есть, пока если она только у моя, у нее только один путь развития. Когда она в головах у трех человек, и эти трое человек ее начинают обдумывать, она начинает обзаводиться информационной массой. Она начинает обзаводиться некими противоречиями, она начинает обзаводиться некими правилами и так далее, и так далее. То есть начинается набор и разгон вот этой самой информационной массы. То есть это начинает прописываться на информационном плане. Ну и далее оно уже начинает расти. Далее она уже начинает расти. Так, надо будет йоду в оформлении казака Мамая себе на заставку монитора установить. Ну, не знаю, зачем вам тут йода. Зачем вам эта зеленая жаба в форме казака Мамая? Оно как-то немножко... Ну, не знаю. Это уже совмещение будет двух эгрегоров, которые немножко могут друг другу противоречить. Да, относительно, к примеру, противоречий. Относительно противоречий. И относительно того, почему, к примеру, человек не может быть включен в два религиозных эгрегора одновременно. Ну, как пример, да? Дело не в том, что они подерутся между собой. Это вот все еще о том, что мы любим все очеловечивать, и для нас мы всему придаем свои же человеческие какие-то характеристики. Дело в том, что информация одного может противоречить информации другого. И тогда начинает рвать психику. Начинается такая вещь, как диссонанс в голове. Как там в психологии называется? Замудренно. То есть, когда две идеи у вас в голове, которые, к примеру, не совпадают, а могут иногда и противоречить друг другу, они начинают не драться между собой, они начинают рвать вашу психику. У нас просто не хватает нашего внимания, не хватает нашей психики на то, чтобы их между собой помирить. Да, на это можно потратить какое-то время и помирить их между собой, уладить. Но тогда вы будете иметь что-то третье уже, а не эти две. Да? То есть тут уже включается высшая математика. Высшая математика. Еще вопросы? Еще вопросы? Да, лучше найдите себе оригинал картины. Лучше найдите себе оригинал картины.
То, что касается Мамая, да, лучше найдите себе оригинал картины. Еще вопросы? Что еще? Что еще по эгрегорам? По эгрегорам. Ну, по иерархии. Дело в том, что между собой они объединены и, к примеру, могут пользоваться услугами друг друга. Могут пользоваться услугами друг друга. Как пример. Существуют деньги, да? Существуют деньги. Данные деньги. И деньги — это тоже определенный эгрегор, определенная идея. Правильно? При обращении к эгрегору, любому религиозному, так или иначе, часто об этих деньгах просят. Соответственно, должна быть определенная плата. То есть определенная расплата. Между собой эгрегоры должны в данном случае рассчитываться за счет энергетики, то есть за счет потраченного времени, умноженного на усилие человека. То есть, к примеру, вы получите столько денег, сколько свечей в церкви вы поставили. То есть вы пользуетесь одновременно и тем эгрегором, и тем эгрегором, тогда вы получаете финансы. Тогда христианский эгрегор способен расплатиться с эгрегором денег для того, чтобы денег дать вам тоже. То есть когда вы проводите некий ритуал, ну, к примеру, с вопрошением о деньгах. С вопрошением о деньгах. Да? Так, как взаимодействовать с эгрегором? У них есть хозяин. Нет, хозяина у них нет. Хозяина у них нету. Более того, человек, которому изначально приходит данная идея в голову, это очень несчастный человек. Потому что со временем эгрегор его просто сжирает. То есть он захватывает человека, человеческую психику настолько, что человек уже живет этой идеей полностью. Он живет этой идеей полностью, и ну, идея его съедает. Там, кроме этого, кроме этой идеи, в психике уже не остается ничего. И уже не он хозяин эгрегора, его уже нельзя назвать хозяином эгрегора, а эгрегор уже живет своей жизнью. Совершенно собственно. Взаимодействия могут быть в плане физическом и в плане энергетическом. В плане энергетическом имеется в виду ваше внимание и потраченное вами время на данный эгрегор. Ну вот как пример с церковью. Да? То есть церковь и деньги. Для того, чтобы расплатиться с той, истой, сознательное ли существо? Нет. Сознания там как такового нет. То есть это некая программа. Понимаешь? Некая программа, которая живет своей жизнью. Как такового сознания там нет. Ты либо действуешь по этой программе, либо не действуешь по этой программе. То есть любой эгрегор, он имеет определенные правила, которые в нем же и прописаны. Ну, прописаны в процессе там, эволюции его, правила встраиваются некое там, программное обеспечение с сознанием каждого человека. Но как такового сознания в данном, ну, оно такое примитивное на уровне рефлексов, ну, как такового сознания, как у человека, во всяком случае, у него точно нет. И быть не может. То есть у него, ну,
в какой-то примитивной форме есть, оно отличается в любом случае от человеческого. То есть там нам его не понять. Не стремитесь очеловечивать прямо все вокруг. Данное явление тоже. То есть очеловечивание это ни к чему не приведет. Да, кроме того, есть такая вещь, что новые поколения адептов, они так или иначе видоизменяют эгрегор, и эгрегоры за счет этого стареют, потому что сила идеи, она как таковая, забывается и перерастает в некие правила. Потом правила перерастают в ритуал, а ритуал перерастает в обычную символику, в имитацию ритуала. И эгрегор либо растворяется, либо создает новые идеи, то есть сеет новые семена, исходящие из себя же, и живет уже по-новому. Вот. То есть средняя продолжительность жизни не такая большая на самом деле. Ну, в плане человека, человеческой жизни, то она большая, а в плане нашей истории, то она совсем ничтожна. Так, а ангелы и архангелы тоже относятся к эгрегору. Да, ангелы и архангелы тоже относятся к эгрегору. Они относятся к эгрегорам, а не к эгрегору, к одному. К эгрегорам, которые вышли из, как это называется, из общей вот этой вот иудо-христианско-мусульманской мифологии. То есть вот из этого ареала обитания. Но дело в том, что эти три религии, они в свое время почерпнули очень много и являются, в общем-то, продолжением эгрегора зороастризма, и они заместили его, вот, распавшись зороастризм, он распался вот и посеял новые семена в виде новых пророков, которые сошли, и выросли новые три религии. Вот. То есть это прописано все там же. Это некая, будем современным языком говорить, да, программа в программе, которая отвечает за что-то определенное. Разрастаясь, эгрегор не способен, то есть одна идея, она не способна удовлетворить все нужды. Поэтому начинают появляться святые, изначально там разные, например, ангелы, да, либо святые начинают появляться, к которым можно обращаться относительно вот определенного запроса. Да? Ну вот как христианство. Архетипы по Юнгу? Нет. Архетипы по Юнгу — это не эгрегоры. Да, это определенная программа, но она не эгрегориальна. Не эгрегориального плана. Нет, это не эгрегор. Архетип не является эгрегором. Это является программой. Скорее, поведенческой. Поведенческой программой. Архетип. Архетип не имеет таких условий, как обязательного физического проявления. Единственное, что поведенческое, да, но физического проявления, как правило, не имеет. То есть нету физического носителя. Но если брать, к примеру, деньги, да, вот они имеют физический носитель. Если брать, к примеру, коммунизм, он имел физические носители в плане там, от вот этого зиккурата, в котором бедного праотца коммунизма российского положили, и вот он там так и находится, вот как некий символ, некое вот физический носитель изначальный. Ну, и так далее.
В том же самом буддизме, да, Будду тоже, кстати, разнесли его тело и там в разных ступах позахоранивали. Так же, как и в христианстве, там святые, которые имеют по 7 голов, 33 ребра и так далее. А можно ли возобновлять, например, все забыли про эльфов, пока Толкин не напомнил. Да, можно возобновлять, но дело в том, что возобновлять в той же самой форме его не получается. Если эгрегор уже погиб, то взяв только символику, вы уже не возобновите. Те же самые эльфы – это британская мифология. Вот. И у Толкина, эльфы у Толкина и эльфы в британской мифологии, которая выхолощена и была уничтожена с приходом христианства, это совершенно разные существа. То есть эльфы Толкина и эльфы в мифологии – это совершенно разные существа. Абсолютно. Поэтому идея может возродиться, но уже в искаженной форме. В совершенно искаженной форме. Совершенно искаженной форме. Еще вопросы? Еще вопросы? Да, ну, самое главное, это что я хочу донести, это перестаньте данное явление учеловечивать. То есть существует некая программа, согласно которой можно с ней взаимодействовать. Взаимодействуя с этой программой, вы можете заранее знать, что вы от нее получите. Но также в ней же можно посмотреть, и что она в вас встраивает, если вы с ней взаимодействуете. К примеру, что... Вот, возьмем все то же самое христианство, да? Самый большой минус христианства – это обязательство страдать. Это было прописано еще там с первыми, вот когда эгрегор христианства только начал развиваться, только начал становиться. Причем, кстати, эгрегор христианства, он начался не с самого Христа, потому что тот проповедовал только среди евреев, и, в принципе, особо у него там был один, да, с кем он взаимодействовал, не евреев, римлянин, и тот считается. А так, основоположником христианства является святой Петр. Ну и далее уже прописывалось такое правило, как обязательство страдать. То есть с тем же самым христианским эгрегором вы можете расплачиваться в виде страдания, в том числе искусственно созданного. То есть любого рода там аскезы, лишения, истязание плоти, ну, то, чем, в принципе, христиане долгое время занимались. Вот. В основном это прописывается, вот, и закладывается еще на уровне правил, когда эгрегор не совсем большой. Ну и на уровне правил это с первыми христианами, то есть с становлением христианства это зародилось. Святыми стали очень много людей, которые, сознание которых отпечаталось в этом эгрегоре еще на уровне вот создания. Да, такой момент, что человек, который является адептом, он способен влиять на
эгрегор, давая определенную информацию. То есть, будучи адептом, к примеру, религиозного какого-то течения, и в этом религиозном течении заработав определенную репутацию, то есть это адепт на уровне священнослужителя, к примеру, да, сознание этого человека, правила многие этого человека, они прописываются так же, как и, так же в эгрегоре. И они там потом и остаются. При попытке выхода из христианской программы можно настроить против себя эгрегориальных сущностей. Нету там сущностей, во-первых. Во-вторых, нет, в принципе, вы никого настроить против себя не можете. Если вы выходите правильно. Выходите в правильно, я имею в виду, что если вы при этом не включаетесь в дуальность. То есть, если вы вышли и забыли, если у вас получится выйти и забыть. Потому что, когда вы долгое время в этом находитесь, то определенная программа у вас прописывается. Если у вас получится выйти и забыть, то есть... Проходить мимо церкви, к примеру, безо всякого эмоционального посыла, если оно у вас не будет вызывать никаких эмоций вообще, то, ну, в таком случае все в порядке. Если нет, ну, вы просто переходите, по сути, из категории адептов светлой стороны в категорию адептов темной стороны. Да, если в случае с христианством. То есть вы переходите в категорию там растриг, как там называется еще. Ой. Нехристи и так далее. То есть человек отрицающий. Человек отрицающий христианство. Так, есть интересная картина. Казак Мобай. Да, это же. Ну, я не знаю, что тут сказать. Казак, дальше. Первый раз такое слышу. Мудрый руками. Ну, дело в том, что это уже относится, да, либо к определенным ритуалам, либо к определенным физическим носителям. Ну, что-то странное вы пишете. Хорошо, еще вопросы? Или будем закругляться? Еще вопросы, или будем закругляться? Еще вопросы, или будем закругляться на сегодня? Да, подпитка негативом тоже пища. Не имеет значения. Опять же повторюсь, не имеет значения, в какую сторону качается маятник, в какую сторону качается. Для этого и создается дуализм. Для того, чтобы заранее увеличить шанс жизнеспособности. Увеличить шанс жизнеспособности. Отрицая, входя в конфронтацию с эгрегором, вы все равно его подпитываете. Дело в том, что для того, чтобы ему жить, для того, чтобы ему жить и для того, чтобы он существовал, нигде в другом месте, кроме как в вашей голове, он существовать не может. Чем больше голов сумасшедших, в которых он прописан, в любой эгрегор, чем больше у него адептов, тем ему лучше, тем больше шансов, что он не умрет. Если все вдруг резко возьмут и забудут, то эгрегор умирает. Либо перестроится на что-то другое, перейдут на что-то другое. Эгрегор умирает. Поэтому отрицание, да,
тоже является его частью. Еще раз, не на примере христианства. Относительно триединства. Триединство имеется в виду дух, душа, тело. Дух, душа, тело. Информация, то есть некий свод информационный, некая идея, это вот ядро. Ну, либо душа, да, душа скорее. Дух – это некое действо. Это некое, некий процесс. То есть выполнение затрат какого-то времени на этот эгрегор. Уделение ему внимания. К примеру, как в свое время эгрегор ислама, да, вдруг захватил огромную территорию. Ведь ислам очень быстро захватил огромные территории на тот момент, буквально еще при жизни своего же первого пророка. За счет того, что в исламе есть такая вещь, как намаз. 5 раз в день ты уделяешь внимание, уделяешь время на то, чтобы подпитывать данный религиозный эгрегор. Вот. За счет этого была быстро набрана вот именно эта энергетическая база, то есть именно вот этот вот второй аспект. То есть некое действие, которое связано с эгрегором. За счет этого быстро было набрано, и ну, на тот момент-то и арабов-то было совсем ничего. Это был очень немногочисленный народ, который вдруг захватил огромные территории. Ну, там еще они плодиться неплохо начали, ну, тоже такое. Так, про триединство, да? Ну, а физический носитель, это уже физический носитель. Это культовые сооружения, это некая символика, хотя символика, тут спорный вопрос, она скорее относится и туда, и туда. Ну, в принципе, символика, идолы и так далее. То есть то, что имеет физический носитель и имеет напоминание о данном эгрегоре. Физическое проявление данного эгрегора. Ну, вот таких вот три момента. Кто из... Да, ну поэтому, в принципе, любая религия, приходя на новое место, она старается побольше понатыкать своих физических носителей. Побольше своих физических носителей. Ну и так далее. Еще вопросы? Еще вопросы? Ну и вот эти вот три вещи, они как бы между собой. Да, тут еще должен быть определенный баланс. Определенный баланс. То есть при перекосе большом, то есть если информации больше, чем физических носителей, то есть больше, чем людей, то, ну, может возникнуть коллапс. Так же, как когда ритуалов слишком много, когда они начинают превалировать над всем остальным, то, в принципе, тоже эгрегор начинает потихоньку стареть и умирать. Самый грязный эгрегор – политика. Ну, политика как таковая, она не является эгрегором. Изначально это был эгрегор. Тоже изначально это был эгрегор. Потому что
идея о том, что один человек может управлять другим человеком, она когда-то была нова. И когда-то она, ну, была революционной, была нужной. Ну, представьте себе, небольшая группа людей, да, которые все занимаются своим делом. Ну, скажем так, политика возникла уже на уровне цивилизации, которая связана была с земледелием. Большое количество людей, они занимаются своим делом, они заняты, им некогда собой управлять, им некогда обмениваться. И возникает какое-то количество людей, которые говорят: хорошо, ребят, мы вам поможем распределять ваши ресурсы. Вот. И на тот момент это было что-то хорошее, что-то такое прогрессивное. Вот. Ну, потом произошло старение эгрегора и увядание. Со старением эгрегора, кстати, когда идея состаривается, она очень часто превращается в пародию на себя и, как сказать, обрастает таким количеством ненужной и вредной информации, что, в принципе, она становится вредна человечеству. Этнос – эгрегор? Нет, этнос не может быть эгрегором. Да, это своего рода эгрегор, но это скорее пример, как сказать, этнос – это скорее пример природного эгрегора, потому что здесь физический носитель, он первоначальный. То есть некая ДНК – это изначальный носитель. ДНК тоже есть определенная информация, да, которая, согласно которой мы вот развиваемся. Да, это определенный эгрегор, но это относится к природным эгрегорам. У них, кстати, похожие правила, но это, ну, там немножко все по-другому. Вот. То есть этнос нет. Этнос не является носителем. Ну, вы не можете вдруг решить, что вы, не знаю, ни с того ни с сего вдруг решить, что вы негр, например. Да? Вы не можете перейти из белых в черные только по своему желанию. Сколько бы гуталина вы на это не потратили. Поэтому даже там тот же самый пример Майкл Джексон, который перешел из черных в белые когда-то, вот, все равно на уровне ДНК он остался черным. Поэтому уже выбрал картину. Вам ссылку на нее дам под этим видео. Может, вам интересно, что я выбрал. Да, пожалуйста. Вот. То есть этнос не может быть. Не может быть эгрегором. А существуют уже более искусственные потом эгрегоры. А язык является эгрегором, к примеру. А язык является эгрегором. А причем очень мощным. И здесь дело в том, что физическими носителями являемся мы сами. Физическими носителями являемся мы сами. Ну и язык. Язык – это такая одна из древнейших программ, которая прописывает, в принципе, ход наших мыслей. Дело в том, что если вы знаете вот несколько языков, особенно которые друг друга на себя не похожи, то есть, к примеру, ну, даже если вы знаете русский и английский, либо украинский и английский, то вы, когда вы его учили, вы могли заметить, что любой перевод сделать дословно не получается. Это невозможно сделать. И на это, и вот это вот построение фразы, род слов и так далее, это определяет и то, как мы мыслим.
Во многом. Во многом это определяет и то, как мы мыслим. Мы этого часто не обращаем на это внимания. Но у женщин и мужчин тоже есть эгрегор. Нет, не совсем. Да, это тоже к природным. Это тоже к природному. Тоже к природному. Относится к природным эгрегорам. А род тоже относится к природным эгрегорам. Дело в том, что род относится не только к природному эгрегору. Это как раз вот такая интересная вещь. Сам по себе род, то есть физические носители, которые не задумываются о том, что они являются одной семьей, не является искусственным эгрегором. То есть это совершенно природный эгрегор. У тех же самых животных есть свой род, но нету искусственного эгрегора. У людей есть искусственный эгрегор. Обычно он подвязан к определенной фамилии. Ну и включение идет по фамилии. То есть где-то был ваш основоположник вашего рода, вашей фамилии, который дал название фамилии. У него была какая-то идея относительно рода. То есть он чем-то, к примеру, занимался, ну и так далее, и так далее. И дальше уже данный эгрегор развивался. Но искусственные эгрегоры родов, они во многом у нас обрезаны. То есть мы носим фамилии, многие из нас, а большинство, практически все, носят фамилии, при этом не зная ни имя основоположника, ни его изначальной идеи, ни почему именно так и звучит его фамилия. Так, человечество, деревья, а я вообще о человечестве деревья. Я не понимаю вопрос. Человечевые деревья, эгрегор. Да, дело в том, что природные эгрегоры, дело в том, что есть природный эгрегор, да, который, в принципе, абсолютно независим от того, очеловечиваем мы его, либо не очеловечиваем. Есть эгрегор, ну вот, к примеру, существует лес, и существует наше понятие леса. Вот, некий архетип. Ну, здесь на грани эгрегора и архетипа, то есть дуб, дед, сестра, березка. Ну, это уже ваша личная религия какая-то. Если вы будете данную вещь продвигать в мир, вот, ну, у вас получится что-нибудь, что-то типа, как они, типа друидизма. Да? Поэтому, пожалуйста, можете очеловечивать. Насчет животных, у домашних животных, по сути, искусственный эгрегор. У домашних животных, ну, как сказать, относительно домашних животных, нет, он все равно остается природным, но также параллельно существует и искусственный. Параллельно существует и искусственный эгрегор домашних животных. То есть у них есть природная, да, составляющая. То есть если вы выгоните из дома двух котов, ну либо кошку и кота, рано или поздно они впишутся в природу, они не пропадут. То есть они станут частью природы. Станут частью природы. То есть они впишутся в этот в природу, они будут частью природного эгрегора. Но находясь рядом с вами, у вас прописаны нормы поведения для этих животных. У вас в голове прописаны нормы поведения для этих животных. Вы считаете, что они должны вести себя именно так. Опять же, откуда вы это взяли? Почему мы знаем, что собаки не кукарекают? Потому что нас так изначально научили.
То есть существует определенный эгрегор, но это из разряда вот самых низких по иерархии. Самых низких по иерархии. То есть тех, которые, в принципе, никак на нас не влияют. Ну, сильно, во всяком случае. Есть, конечно, фанаты там кинологии, которые той же самой, да? Есть свои адепты, то есть, которые действительно этим делом живут. Вот, поэтому существует наряду искусственные и природные. Хорошо, ладно, я уже начинаю повторяться, говорить одно и то же. Последний вопрос. Отвечаю и выключаюсь. Последний вопрос. Отвечаю. Так, насчет природных эгрегоров. Есть общий эгрегор леса или леса? Есть общий. В плане того, что это все составляет одну систему, по сути, общую. Но в то же время каждая из... Она имеет свои проявления и свою определенную силу. То есть в каждом лесу есть свой лес, скажем так. В каждом лесу есть свой лес. Так, можно ли... Как в шаманизме заговорить душу всех собак, чтобы они не кусали меня. Ну да, можно. 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 То есть. Ну, смотрите, там есть заклинатель лошадей, к примеру, да, люди, которые там дрессируют лошадей. И лошади их чувствуют и слушаются, как будто бы заговоренные. Собак и так далее. То есть, как правило, такие люди, они включены вот в этот вот искусственный эгрегор, связанный с данными животными. То есть, человек, который любит собак, который потратил какое-то время на то, чтобы с ними взаимодействовать, он научился настраиваться на вот природный эгрегор и с ним взаимодействовать, с природным эгрегором данного вида животных, к примеру. Да, и вот они его чувствуют, они его слушаются, они его никогда не укусят. Так. Если эгрегор программа, значит должен быть вирус. Вы имеете в виду вирус, который их взламывает? Так, что за задание с дуплом? Задание с дуплом в чате, да? Ну, сейчас и в этом эфире я потом напишу. В эфире не хочу разговаривать. Это будет только в чате. Это у нас в чате будет. Да, относительно вирусов. Периодически встраиваются вирусы. Они также существуют. Они могут встраиваться и портить некую идею, подменять собой изначальную идею. Ну, как пример все то же христианство. Христиане молятся на Иисуса Христа, который никогда христианство не проповедовал. Он был раввином, причем проповедовал среди иудеев, и его идея была насчет спасения своего народа.
ну, очередного вывода из рабства. Вот. Их там периодически выводили из рабства, то из Вавилона, то из Египта. И вот его идея была вывести из рабства из римского. Но после его смерти старший из его учеников, но не первый, использовал его смерть для создания своей идеи, использовал его жизнь для внедрения своей идеи и для продвижения на большие территории. То есть бывают определенные вирусы. Перехват, задача вируса – перехват управления. Перехват управления. Но обычно это с поколениями так и случается. То есть, когда идея живет долгие поколения, она рано или поздно заражается каким-то вирусом, начинает гаснуть и умирать. Гаснуть и умирать. Так, ну, ответил на три вопроса вместо одного. В общем-то, тут много о чем можно рассказывать еще. Можно просчитывать жизнеспособность любого из эгрегоров. Есть определенные схемы для того, чтобы просчитать, насколько эгрегор жизнеспособен. Есть определенные правила взаимодействия. Ну, есть определенные правила взаимодействия природных и искусственных. Ну и так далее, и так далее. В общем-то, за 2-1,5 часа я всего рассказать не успел. В общем-то, поэтому на сегодня все. На сегодня благодарю за участие. В общем-то, надеюсь, было интересно. Рассказал вам что-то новое. Все, на сегодня все. Всем доброй ночи.